Президент России Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия» премьер-министр Дмитрий Медведев провели видеоконференцию с участниками предварительного голосования. Напомним, бороться за право стать кандидатом в депутаты Государственной Думы России в Чувашии будут 30 человек. Все они собрались накануне в региональном исполкоме партии, чтобы обсудить с главой государства процедуру предварительного голосования, дебаты и встречи с населением. Владимир Путин призвал партию показать пример честной конкурентной борьбы на выборах. Глава государства отметил, что предварительное голосование – это новое дело для нашей страны, но «Единая Россия» уже использовала этот инструмент. Процедура должна стать хорошим механизмом поиска молодых лидеров, перспективных политиков, которые будут работать на благо всего общества. Всего по России для участия в предварительном партийном голосовании зарегистрировались 3000 человек. Выиграет тот, кто, конечно же, покажет своей работой, своей программой, что действительно он лучше и достоин представлять тот либо регион, тот ли город, район на Государственном Думе, в местном парламенте. Задачи, которые стоят перед страной, конечно же, решаться должны непосредственно этими людьми, профессионалами, и не просто профессионалами, а которые искренне хотят помочь гражданам Российской Федерации. Я думаю, что встреча эта удалась. Был эмоциональный порыв того, что у нас мощная команда, команда «Единой России». И, конечно, все мы переполнены желанием работать на свои регионы во имя нашей родной Чувашии и, конечно, Российской Федерации в целом.